Приветствую, приветствую. Что ж, варвар выходит на след камней, и тут злая ирония. Орки в самом начале наведались в родную деревню варвара. Настало время ответить Тукараму тем же. Сердце орочей земли. Крепость Шалатур. The fortress of Shalatur was constructed by the knights of old, so they could control the mountainous region of Yerevan. Many years ago, however, the knights retreated from that region. Since then, a powerful orc clan has arrived and settled. The orcs, a people who have always been independent and strong, now serve the enemy, compelled to fight by a force more powerful than they. Подымешь мечом, не парься. В далекие былые времена рыцари тогда еще только зарождавшегося ордена отстроили крепость Шалатур, чтобы держать под контролем горные перевалы Еревана. Как бы то ни было, много лет назад рыцари оставили эту позицию, чем не преминули воспользоваться орки из одного могучего клана. Сам орочий народ известен своей силой, непоколебимостью, независимостью и непреклонностью. Однако сейчас славные воины склонились пред могуществом темного ига и служат ему. The Fortress of Shalatur. Много вод утекло с тех пор, как пожелавшие доминировать над горными областями Еревана рыцари Королевского Ордена заложили здесь крепость Шалатур. Очевидно, не сумев ее удержать, рыцари покинули эти земли, и теперь крепость стала оплотом для Орочьего Королевства. Я же здесь за тем, чтобы получить зацепку в поисках священных реликвий. На ветхих стенах, возможно, остались врезки, указывающие направление к местонахождению артефактов. Встречай, ворочий народ. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Кажется, ему понравилось. Банально, но это работает. Парочка стрелков на высотках. Эх, не нравятся мне эти типы. Не спеши нам в спину стрелять, как пелось в одной хорошей песне. Жертва! Кровожадность! Какая трогательная встреча. Да, не слишком быстрое убийство, но довольно эффективное. Ну и главное, что не дефективное. Два на Кашгаре, потом на Келвегане. Чем вы хотите меня удивить? Молодец. С тебя может выйти толк. Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. Обнова — это хорошо, а двойная — просто потрясающе.
led them to the fertile lands of Irhelm, where they saw children that told the tales of its fortress. When the day of leave-taking came, Amlak, the Archer of the Sun, strode off to his land in Orlok and settled among its steep gorges, taking with him his share of the treasure and the blue gem. Dolon, the knight, returned to his fiefdom in Sarakan and became Duke of his frozen castle, where the white gem has been watched over ever since. Путь привел героев в щедрые, плодородные долины Еревана, и на некоторое время снискали они кров средь башен высоких, что вид величавый придавали крепости там некогда возведенной. Не ведает ни одна душа живая, сколь времени пробыли в твердыне гости-бойцы. Но вот настал расставание час, и направился Амлак Солнцеблик, лучник, равному которому днем с огнем не сыщешь, на родимую свою землю, в ущелье Орлокова, и была при нем... Награда боевая, да камень, светом, что моря глубокие. Горлан же, рыцарь праведный, пристанище нашел в замке мерзлом своем, и герцогом его будучи, камень белоснежный там укрыл. Надо же, насквозь, что ли? Лучник как амазонка стоит. Лук наискось. И по хороший стрелок, Амлоку ты не чета. Пойди сюда. Я здесь. Надо атаковать воздух. Наскос. Бывает. Оп. Оп. Уба! Оп! Сюда! И отсюда! Трофей поистине достойный варвара. Да ладно. Могли бы зелье положить, что ли? Опробуем рельсу в деле. Че, неужели заметил? О, кошмар. Ярость. Яростный разрушитель и уничтожитель бочек. Саев. Коси-коса, комси-комса. Молодец. Сильно.
так вот. Варвар-вандал. Что ж, не будем терять времени даром. Настала моя любимая часть крепости Шалотвор. Это значит что? Да, пришло время поболтать на латыни, да? Ау, Цезарь, Лемперар, Моритур и Тесольдон. Старые добрые традиции. Я не знаю, нашли ли герои здесь кровь, но мы здесь найдем кровь. Много крови. Давай. Мог бы я отбить, кстати. Ну, конечно, вертикальные удары нас не берут, да? Опытный гладиатор. Ну, зачем так делать? Что, типа каждый за себя, что ли, были бои? Могли бы уведомить, что ли? Не, мне все равно, кого мочить, конечно. Правило одно, никаких правил, я так понимаю. На подсечку. Канада же не прошло, да? А если так? А если вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот... Так. Торро! Ариадор попал в беду. Схватил за графиню за мантилью. Ну, давай. Быстрое убийство. Да, не очень-то быстрое. Быстрое убийство! Давай, ты же еще не знаешь, что произойдет. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд из Варшавы. Ну-ну. Что с печенью? Вернее, селезенкой. Целевой бок схватился. Прихватило. О, да вы явно не понимаете намёка. Ну,
я все-таки умудрился застрять. Бывает. А, не, мой друг. Есть. Специальный приз для тебя. Оп! Варвар-разрушитель. Немного косоглазый, но тем не менее. Атака Destroyer на Flat Sword, плоский меч, наносящий 10-кратный урон. Огромный замах из-за плеча. К сожалению, удар сугубо вертикальный. Совместим с заплечным сокращением. Конечно. Не нервируй меня. Спасибо. Пиньо. Это блокиратор. Настучал нормально. Уважаю. Оп. Думаешь, я отступаю? Я перегруппировываюсь. Матерый! Там размахиваешь. Да все хорош, да все, хватит уже справа. Реально надоело. Ну что ж, добро пожаловать в темницу. Варвар, как всегда, согласно подскакивает и должен извиниться за небольшой экспромт, который сейчас будет, но иного способа сделать все на достаточной скорости я не нашел. Благодарю, дружище. Пускай ты и порядком припозднился, но еще не все потеряно. Священные знаки на камнях. Вот путеводы наши. Давай же выбираться отсюда. Попутно я научу тебя распутывать символы. Да, я знаю, это было ужасно. Приятного дня. Kerman has died. He was weakened by his captivity and illness.
the coil blade sealed his fate. Nevertheless, his belief that the enemy can be stopped heartens him, and a warning about secrets and mysteries can be of assistance. However, the quest continues. The enemy is threatening the blue and white gems, which are in the keeping of the Gorge of Orlok and the Frozen Castle. Time is of the essence. One of those two should be your next objective. Лорда Кермана больше нет. Пленение и недуг сильно ослабили наставника рыцарей, а холодная сталь завершила дело. И тем не менее, паладин отметил реальные шансы на победу. А к его словам о тайнах и загадочных преданиях следует прислушаться всерьез. Нужно продолжать, несмотря ни на что. Враги подбираются к белому и синему камням. Тем, что в ущелье Орлока и мерзлом замке. Придется поспешить, чтобы не упустить ключи. А на этом у меня все. Я прощаюсь. Всем счастливо!